Всем привет! С вами снова Женек, и мы продолжаем проходить за курсов Black Quota. И, по всей видимости, это будет последняя серия, финальная, если я ее успешно, конечно, пройду. А мы оказались в канализации. Что нас здесь ждет, непонятно. Ну, давайте выяснять. Так, что нам вообще надо здесь делать? Что-то ничего не написано было. Дверь. Там что? Другая сторона, что ли? Так, давайте-ка. Ну ладно. Тут ничего нет вроде. Справа, по-моему, от нас кто-то ходит. Что это такое? Лифт. Не работает. Блять, странные шкафы какие-то. Это не батарейка разве? Подожди-ка. О! Ой. Я слышал то, что сломалась какая-то дверь. Ну и нахер. А, видимо, продолжает за нами тут жук гнаться. Не знаю, как его еще можно назвать. Но мы какую-то херню уже взяли. Значит, мы на правильном пути, блядь. Он бежит. Он там двери ломает. Блять, он там, пидор. Пидор. А если он... Нет. Батарейка. Я же говорю, это батарейка. Блять, пиздец. Он сейчас сюда пойдет. Бежим, 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 бежим. Туда. Ладно. Бля, опять он двери там ломает какие-то, сука. Так, отсюда мы начали игру. Бля, знаете, уже становится жутковато все же. Подождите. Нет, ничего нельзя сделать. Садится батарейка. Это отнюдь не самое лучшее. Что может быть? Блять, вот он... Мы плохо двери за собой закрывали, потому что он их все равно выносил. Сейчас просто-напросто непонятно, где он есть. Я не слышу. С какой стороны он
очередной раз вынести дверь. Так, по звукам вроде тихо. Блять, опять большая местность на самом деле. Так, он где-то рядом ползает. Я слышу его. Пошел нахуй. Скот, блядь. Так, нет, блядь, нам туда давай. О, ломик. Ну да, сюда нам нужно будет убегать. Наверное. Рядом вроде нету. Медикаменты. Блять, он ползет сюда. Так, и что ему надо-то? Нам надо ключ. А ему что надо? Та-та-та. Не знаю, что написано. Уёбываем. Вот он там лазит примерно. Ну ладно. Пускай лазит. Здесь ничего. Местность просто гигантская, блядь. Я уже заблуждал. Он там ходит. Видите, да? У нас есть время пробежаться. Сюда, по-моему. Да. Здесь что у нас? Что-то мы включили. Блять, ключ нужен. Батарейка. Он там. Блять. Куда нам идти?
там лазит, по-моему. О. Чё? Блять, ладно, короче, похуй, там что-то три надо включить, мы одну включили. Потому что лампочка уже горит одна. Лампочка уже. Пидор, блядь! Сука. Пидор. Гнусный. Охуеть, блядь. Да ты маг. Как ты там оказался? Ты же здесь был. Или их несколько? Или один? Или все же несколько? Блять. Да где взять ключ? Я же, по-моему, много шкафчиков проверил. Мы не нашли ни одного ключа еще. Можно было бы на второй этаж попасть, и здесь ключ, и здесь ключа нету, точнее, от данной двери. Так, он там где-то. Тихо, он заметил. Похож. Хотя нет. Нигде здесь ключа нету. А, о! Пиздец, блядь, надо так прятать, а? Козлы. От какой тогда-то комнаты? Что-то я ничего не пойму. Может, вот это? Нет. Отлично, у нас есть ключ, но мы не знаем, от какой именно он комнаты. Да? Где у нас еще запертые комнаты? Я что-то честно не припомню. Сейчас с ума сведет, а?
ломает там, блядь, ходит. Заебал. Мне долго бегать-то еще, блядь. У меня музыка в натуре сейчас меня просто очень давит, она, сука, на мозг. Пиздец, просто я даже слова не могу сказать, заебал. А, заебись вообще, блядь. Охуенно. Медикаментов у нас больше нету. У нас есть фонарик. Это ожидаемо. Мы начинаем все заново. И сейчас мы все же постараемся быть немного. Я просто, блядь, ну поаккуратнее, но я честно, я не видел вообще
нами погнался. Да и тем более мы же первый раз оторвались. Поэтому бред. Если это так, правда, то что от него убежать невозможно. Полная херня. Бля, ну ключи здесь спрятаны, это пиздец. Вроде нет. Пока вроде никого. Стал, блин. Блять. Ты охуел, что ли? Все дверь мои ломает. А, понятно, ты все понял. А где мы взяли ломик? Я честно. По этой стороне опасно идти, потому что он выбьет дверь, заметит нас. Нам хана. Нам просто-напросто хана. Ёптать. А, здесь мы были. А, ну, и чё? Там нам надо проверить кучу. Вот это мы чё берём, я не пойму. Здесь ничего нет. Здесь тоже вроде ничего нет. И здесь ничего нет. И здесь ничего. Заебал, нигде ничего нету. О, господи. Ну а где есть хоть что-нибудь-то, ёптынь? Ломик мы там взяли на улице где-то. Thank you.
блядь. Там лазит Питер. Давайте на эту сторону быстренько перебежим. Ай. Что-то ничего не понял. Jar and drill. Блять. Ну, джар вот этот мы подобрали, в чем мы подобрали, я не помню. Ладно. Ничего. Ломик. Что-то не помню я. Неужели внутри где-то? Может здесь? Здесь вообще ни хера нет. Здесь вообще ни хера нету. А здесь... Ага, мы нашли эту херь. Инструменты, видимо. Блять. Так, подожди, Рус. Ну ладно. Куда дальше? Дальше. О. Чё это? Чё это у меня открывается-то? Блять, особенный? Особенный, блять? Нету. Где тогда? Блин, комары налетели, ёпты. Полети от меня. Нет, туда же вернемся. Вот он, ломик, отлично. Блять, он там, там. Блять, открой. Чё он там лазит? Чё ему надо-то всё, блядь? Урода. Урода, кусок! А, давайте сразу. Уенчис. Батареечки. О, ключик. О, ещё один ключик. Вот откуда ключик, оказывается, был. А я-то упустил этот момент, вот рычажочек один мы включили, есть. А те две двери, мы сейчас идем, кажется, я понял, мы сейчас идем, применяем на этот, на те бочки, инструменты и хрень какую-то мы нашли еще. Тихо. А потом, видимо, мы получим доступ к тем закрытым дверям. И мы еще взяли один ключ. Ключ — это хорошо.
обозначил, где он будет. Отлично. Так, ладно. Мы ключиком воспользуемся сначала. Так вот. Мы две штуки включили, получается. Так, и тут тоже ничего нету, все тогда. Идем туда. Да нам надо вот сюда. Да, нет, не сюда. Подождите, может мы взяли? Типа напалма что-нибудь. К этой двери, по-моему, надо применить. Отлично. Рычажочек. Тут ничего нету. Идем включать ту самую дверь. Ничего нет? Ничего. Так, нет, давай пошли вот там лучше. Там, я думаю, быстрее будет. Надеюсь, этот мудион нам не попадется. Нам сейчас, видимо, будет надо просто... Чё такое? Подожди-ка, я три включил, видимо. Чего? Три штуки включить, ну я включил. Может, это где-то там ещё надо. Работает. Подождите-ка, я что-то не догоняю, если честно. Что нам надо сделать-то еще? Что-то вообще ничего не пойму. Ну, мы включили три штуки, и там горят три красных. Надо три зеленых, видимо, сделать, да? Три вентиля открыть. Здесь что ли? Нет. Тут вообще хрень какая-то. А, ну-ка. Нет. Ничего не пойму. Активируй. Да. Где что активируют? Что-то не хрень. Ну я же активировал. Чё ещё-то надо от меня, блядь? Вот три вентиля. Чё, бля, включи нахуй. Козлина. Батареек больше нет, блядь. А вот тут особенный шкафчик. Ай. Не, ну и чё? Блядь, делать. Что, блядь, делать ты нахуй? Это чё, педрило, меня опять просто захуярит тут и все. Пиши пропало, и опять заново начинает. Блядь. Где чё активировать? Не пойму нихуя. Ай, ладно, будем искать. Ну и, в общем, полчаса моих страданий еще и
Я хер его знает, честно. Я включил все три, и он тупо не жмет. Я, говорит, должен открыть все. Что все, блядь? У меня все открыты, как бы. Не знаю. Не знаю. Ну, сейчас мы еще раз туда пройдем. И с вами еще раз пройдемся по всем включенным штукам. Смотрим где-то здесь. Раз. Включена. Все, она не реагирует никак. Так. Я, может, не знаю, я, может, что-нибудь пропустил, конечно, но вроде бы нет. Два. Вот она, пожалуйста, включена тоже. Просто не реагирует. И все, как бы, все включено, блядь. Осталось последнее, это дверь. Он справа, что ли, блядь? Где дверь мы открывали ломиком? Ну, в общем, не суть, нас сейчас убьют, я проходить заново на самом деле просто не буду. Потому что это бред полнейший. Не жмется, да? Правильно включена. Хорошо. Ладно. Все три мы включили. Что дальше? Ничего. Ничего не жмется. Не реагирует кнопка. Может, они зеленого цвета, как должно сгореть? Я не знаю, честно. Мы все облазили с вами. Абсолютно все. Кнопка не реагирует, может быть, какой-то баг в игре. Может быть, из-за того, что игра скачана, не знаю. Я не считаю, нужно покупать данную игру, потому что она вообще никаких денег не стоит, на самом деле. И ее продавать, точнее, кто ее покупает, не знаю, это бессмысленно. Это не та игра, за которую стоит платить деньги. Абсолютно никчемный хоррор. Ну, было страшно, да, то есть на первом уровне. Все, дальше появился этот монстр. Тупо вот эти убегания, блядь, лазания, что-то и тому подобное. Это полнейший бред, и задумка была хорошая. Давала надежду на первом уровне. Но потом пошло вообще бред полнейший. То есть, вообще жалею уже даже то, что взялся за этот хоррор, так что, потому что он никакой просто. И никому его не советую. Это была моя точка зрения. С вами был Женек. Спасибо за просмотр данного видео и серии в общем. Зато вы будете знать теперь то, что данный хоррор лучше не играть. А тем более уж и не покупать его. Подписывайтесь на мой канал, будем проходить другие игры, смотреть, первые взгляды буду делать. Так что оставайтесь на канале, всего доброго, до встречи.